Ранок триває, на годиннику вже 8:35, і до нашої студії завітали гості. І сьогодні це Риккардо Матлакас, художник та перформер, та Анастасія Хлистова, кураторка Харківської муніципальної галереї. Ну, перш ніж ми розпочнемо бесіду, хочеться нагадати, хто такий Риккардо Матлакас та як він запам'ятався харків'янам. Це саме та людина, яка збентежила уяву харків'ян, коли у Харкові з'явився танк у піжамі. Якщо ви пам'ятаєте, з'явився він біля історичного музею, коли цей танк був перевдягнутий у рожеву піжаму. Комусь це сподобалось, комусь не сподобалось, викликало такі суперечливі почуття, але ну, принаймні це несподівано та ну, криє у собі дуже-дуже глибокий сенс. Тож, вітаємо вас у нашій студії. І, так, ну, найперше, напевно, хочеться запитати у Риккардо про враження від Харкова. What do you think about Kharkiv? Well, I have so many foods, like, I can't tell you like this. If you have a specific question, I can answer. У мене дуже багато впечатлень, я не можу вам прям так сказати, але якщо у вас є якісь особливі питання, то я відповім. Чому обрали саме цей танк? Why this tank? Why this tank? Okay, at the beginning I wanted to actually hire a tank. I wanted a general tank, just the picture of a tank, you know, the usual cannon tank, you know. And then I thought it's quite difficult to get that. And then I saw this tank and I studied about it. And I thought I would do some action on it, also because it has some historical content. But my intention at the beginning was not connected to the historical content. Для начала, вначале я хотел просто арендовать танк и сделать перформанс с арендованным танком, потому что мне был важен образ танка. Но потом выяснилось, что это достаточно сложно сделать и практически невозможно в Харькове. И поэтому я увидел вот этот танк, изучил его немножечко, и я подумал, что он мне подходит. Хотя изначально мои намерения не были связаны именно с этим танком. Мне нужен был просто любой образ танка. Угу. Ну, давайте нагадаємо, який сенс крив у собі цей перформанс? Let's talk about the sense, the meaning of the performance. Right. Okay, as I was talking about, my idea was a general idea of a weapon. This particular weapon, this particular tank, is a tank that is connected to Second World War. So people have some kind of attachment to it, and I understand it. I decided to operate on this tank, making a pajama for it. So I took measurements and everything, and then I had some help from locals, and I made a size-made pajama for this. I also made my own documentation, my own permission, because I had no permission for it. And I would have never get the permission to do it. I would have to wait too long. Do you wanna? В самом начале у меня была идея с оружием, и я, когда изучил историю этого танка, я понял, что он связан со Второй мировой войной. Я понимаю, что у людей есть определенная связь с ним, и я уважаю это, но моя идея была именно надеть пижаму на танк. Поэтому я провел некоторые исследования, сделал измерения, сшил пижаму, которая подходила идеально для танка. И с помощью местных мне удалось все это сделать. Кроме того, я сам это документировал, и у меня не было разрешения, потому что для того, чтобы сделать разрешение, у меня бы ушло слишком много времени на это. The reason, very important, the content of this, the meaning of this performance is that I want all wars to fall asleep, and peace to awaken, regardless of where we come from. Очень важное значение этого перформанса в том, что я хочу, чтобы все войны заснули и мир проснулся, и вне зависимости от того, откуда мы сами. And very importantly is that I love cultures, different cultures, and I want us to connect through it, but when it becomes a political border, that is a problem. И суть в том, что я люблю культуры, разные культуры, и мне хочется, чтобы мы с помощью них объединялись. Но когда дело идет про политические границы, мне хочется пересечь их, сломать их. There are some symbolic elements on this tank,
like the zebra. I made zebra shoes. Zebra patterns are actually, zebra is a symbol of transformation as an animal, and is a social animal, an animal that like to be with other zebras, and they like to be in groups, and but at the same time they have individual stripes. Each zebra have individual stripes. И на самом танке, на пижаме есть множество символов, например, рисунок зебры, и это огромный и важный символ трансформации для меня, потому что зебра одновременно это социальное животное, она любит быть в окружении других зебр, но также у каждой зебры свои полоски неповторимые. And the reason for the Hello Kitty pink part is because I wanted to give a feminine look to the tank, and also a pajama look to it. И также я использовала ткань с Hello Kitty, потому что розовую, потому что я хотел, чтобы было более женское такое начало у танка, и также я хотел, чтобы это было больше похоже на пижаму. It was not an easy action to do, as I didn't really have a permission, and the museum staff was confused by that, but I kind of managed to be there for 2 hours. И это было достаточно сложно, потому что у меня не было разрешения, и администрация музея была смущена этим, но мне нужно было быть там около 2 часов. And this morning I did another action, which you don't know yet about it. И сегодня с утра я сделал другой перформанс, про который вы еще не знаете. Ну, тогда расповедайте скорее. So tell us. Next time. В следующий раз. You won't tell? Well, I can tell you. The title. Well, first I would like to finish about the pajama performance. The pajama performance is called Pyjamas Party. Но вначале я хочу закончить про перформанс с пижамой, потому что он назывался «Пижамная вечеринка». Mm-hmm. Party in English means party, like let's party, and party as a political party. И party на английском означает и вечеринка, и политическая партия. And I like to give to a political party the name pajama. И мне нравится давать политической партии название пижама. So just to invite them to sleep. Просто чтобы пригласить их поспать, отдохнуть. And also pyjama, actually, it's a word that was taken by the British that were colonizing India at the time. А также слово пижама, оно было заимствовано британцами у индийцев во время, когда они колонизировали Индию. So I wanted to put all these elements of the zebra, of the Hello Kitty, which is Japanese, the Hello Kitty, and then you have the pyjama kind of colonized thing. I wanted to bring it all together in this tank. And me, Italian. Okay, I don't like to call myself Italian. Okay, I'm born there. But actually, I feel this world belongs to all of us, and it's great to have cultures. But people, when I say I'm Italian, they see me as a, oh, he's Italian. And they see the country, they see the flag. I'm not anything like that. I belong to something else, something deeper, which connects all of us, doesn't divide all of us. И также в пижаме я объединил разные элементы, такие как зебра и Hello Kitty, что японский символ, и также это слово пижама. И мне нравится это объединение культур, потому что, например, я итальянец, но мне не очень нравится думать о себе как итальянце, потому что когда я говорю, что я из Италии людям, они представляют сразу эту страну, этот флаг. Но я что-то большее, чем это. Я не просто человек из Италии, я человек из разных культур. Мне нравится объединение культур. About the new action, it's a comeback to this performance. Про новый перформанс – это возвращение к прошлому. Mm-hmm. Because on social media, actually, I noticed that this tank thing was appreciated and very, very widely criticized too. Потому что в социальных сетях я заметил, что перформанс с танком его заметили и очень много критиковали. Which I understand enormously. Что, конечно же, я понимаю. But my intention is clean and pure. Но мои намерения чисты и прозрачны. And full of respect. И полны уважения. So this is my job and this is how I do things. Maybe for some people it's funny.
But I felt like I really wanted to do this. And it's not just about Ukraine, it's about the whole, I really talk generally in a globalized way. И это то, как я делаю, это моя работа, это то, как я делаю вещи. И я говорю не только про Украину, я говорю про более, ну, про глобальные вещи. This is very important. Praising a weapon, okay, this weapon gave Ukraine victory, gave us victory, I put myself in it, but it killed other people from, on the other side. И если мы говорим про оружие, это оружие, оно, конечно же, подарило Украине победу и всем нам победу, но оно также убивало людей. Is this victory? Победа ли это? So, today I put a new piece of cloth on the tank. Сегодня я надел новую одежду на танк. At 7 a.m. And I just wrote a poem on it. Я написал стихотворение на этом, на этой одежде, на этой ткани. And this poem, in few words, say that I'm a tank and I did a good job as a tank. И в двух словах это стихотворение говорит о том, что я танк и я делал хорошую работу, я хорошо поработал как танк. But I'm tired. Но я устал. And I want to sleep. И хочу спать. I want peace to be awakened. И я хочу, чтобы мир проснулся. So this performance action is called "And by the way". И это перформанс, акция называется "И кстати". If no one took it off, it should be still there. Если никто еще не снял, то она должна быть до сих пор там. Сьомої години ранку, так вона там знаходиться. Ну, сподіваємося, що ще залишилася. It's from the 7 o'clock in the morning. Yeah. Ну, треба ж встигнути піти сфотографувати. We have to hurry up to take a picture. Ви, наскільки я знаю, вже скоро поїдете з Харкова, так? Чи плануєте ви повертатися та, ну, якщо можна так казати, шокувати харків'ян знову? As I know, you are leaving very soon. Do you want to come here again and to shock people again? And to show? To shock. Shock? No. Shock. I hope not. I hope they know my way and they won't see it as a shock. But are you going to come here again? I will come back next spring, probably. Mm-hmm. Я, наверное, вернусь следующей весной, и я не хочу никого шокировать. Мне кажется, я надеюсь, что они поймут правильно мои работы. So the director of History Museum, don't worry. Поэтому директор исторического музея, не волнуйся. До весни, принаймні. А там же питання. Окей, часу дуже мало залишається. Хочеться одразу запитати, чи встиг Рікардо познайомитися із харківським сучасним мистецтвом і які його враження від нього? It's not a lot of time we have, so we want to ask you about the Kharkiv contemporary art. Do you see it and what do you think about it? Well, I saw a few fellow contemporary artists and I really love. And actually, the reason why I even used text in my last action is because I was fascinated by a few artists that I've seen around and I got to know. And they work with text, and I loved it. So I decided to work with Ukrainian text, which for me is new. So it looks a bit like I'm primary school child writing, but still I did that, and I felt there is something in these letters, and I really loved it. So you see, already kind of influenced my work. Да, мне удалось, и я видел несколько художников, и мне очень понравилось, и они, кстати, даже повлияли на мою работу, потому что я заметил, что в Харькове многие художники работают с текстом, поэтому я включил украинский текст в свою последнюю работу, и, конечно же, я не так хорош в этом, и это выглядит как будто бы я ученик начальной школы, но мне кажется, что работа с текстом очень интересна, и это очень выглядит хорошо. That's the way I see connecting to other cultures and other way of doing art or whatever. Вот, собственно, так я вижу связи с другими культурами и искусство в целом. Чи можете вже трохи проанонсувати, з чим навесні до нас завітаєте знову? Can you tell us what are you going to do in spring here? In spring? Mm-hmm. It's going to be an exhibition. It's not entirely sure, but probably it's going to be an exhibition of all this work in Odessa.
Весной, скорее всего, будет выставка резидентов СВОП от Британского совета, по которой Рикардо приехал сюда, в Одессе. And probably I'll come back to Kharkiv to do some action at the History Museum. И, возможно, я также заеду в Харьков и сделаю несколько акций на историческом музее. I'm kidding. Я шучу. Добре, останнє питання. На думку Рікардо, що варто змінити у культурній площині Харкова? And the last question. On your point, we need to change in the culture of Kharkiv. I'm not going to put a statement on that because I don't know. Я не буду утверждать ничего, потому что я не знаю. I don't know because the whole world is really need to change a lot. It's not about Kharkiv or Ukraine. Потому что весь мир должен сильно измениться. Это не только про Харьков или Украину. Openness towards foreigner is good. Открытость для иностранцев – это очень хорошо. Because everywhere you go, anyway, I'm not talking only about here. Потому что куда бы я ни приехал, я не говорю только про Харьков. Everywhere you go, if a foreigner do something, like in my case, a very interested action with all my heart, oh, it's foreigner, they do what they want. Я сделал очень... важный перформанс со всем моим сердцем, но люди часто говорят, что это же иностранец, они делают, что хотят. Actually, in my own country they said this. Даже в моей родной стране они говорят это. I'm foreigner then, everywhere. Я иностранец везде. I need a home, no. Мне нужен дом. And home is the world, that's it. Но дом это мир, вот и все. When there is respect, I put respect there, whatever way I'm showing it, you know. И я всегда с уважением отношусь к тому, что делаю. And you know, sometimes just by sharing a few words, when there is a kind of not connection, when you share a few words, you start seeing the connection happening. И иногда, когда вы делитесь несколькими словами, вы видите, как происходит соединение. On the day of the performance, towards the end, there was a military who was very against what I was doing. В день перформанса я встретил военного, который был очень против того, что я делаю. Which I understand. Что я понял. But then, at the beginning, was really aggressive, and then towards the end, we could have had coffee. Вначале он был очень агрессивен, но к концу разговора мы могли даже пойти выпить кофе. You know, so these are things like. Through conversation, sometimes you can understand each other. И вот такие вещи через разговор вы иногда можете понять друг друга. And last thing, and the conversation that this action can create, this is also the artwork itself. И сам разговор, сама беседа, это тоже искусство. Окей. Так, дякуємо. Ну, дуже-дуже цікаво. І хочу наголосити на тому, що, ну, такий ексклюзивчик, так, добре. 7 ранку, якщо все ж таки зараз ще залишається цей арт-об'єкт, то можна, якщо ви зараз поблизу історичного музею будете проходити, ну, зверніть свою увагу на танк, він знову міг змінитися, так? Дякуємо за те, що були в гостях, дякую за те, що вносите такий культурний досвід і до Харкова. І глядачам нагадаю, що в гостях у нас був художник та перформер Рікардо Матлакас та кураторка Харківської муніципальної галереї Анастасія Хлистова.